Три дорожно-транспортные здарения за минулые выходные отбылись на территории Брестской области. Ахвяр няма. Два человека отримали ранения разной ступени тяжкости. 28-летний местный житель, не имея права управления, управлял мотоциклом Сузуки, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги и допустил столкновение с опорой знака. В результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в центральную больницу города Пинска. По факту ДТП проводится проверка. 4 пожары зарегистрировали сотрудники МНС. Ахвяр так само няма. Вырятовано 2 человека. Пошкоджено 4 побудовы. Деревня Кулаки Ляховичского района. Пожар произошел на территории пилорамы. В результате происшествия огнем уничтожена дощатая пристройка к зданию пилорамы, 2 пилы, а также повреждено расположенное рядом дощатое строение. Спасены 3 единицы оборудования, а также 5 кубометров готовой продукции. Пострадавших в результате инцидента нет. Причина происшествия устанавливается. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выходныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку 24, усяго 36. Разбойны напад у Баранвічах, злачынцы затрыманы. Потерпевший пояснил сотрудникам милиции, что поздно ночью возвращался домой и в какой-то момент почувствовал по голове удар, предположительно, стеклянной бутылкой. Преступник схватил его рюкзак и начал доставать оттуда личные вещи. Потерпевший попытался оказать сопротивление, и преступник ограничился только кошельком, после чего скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГУВД злоумышленник был установлен. Им оказался житель Барановичского района 1994 года рождения, ранее неоднократно судимый. По данному факту возбуждено уголовное дело.